Многодетные семьи собрали уже больше полусотни подписей под обращением к мэру города. На данный момент в Челнах льготы на школьное питание получают только родители, воспитывающие 5 и более детей. Статус многодетной семьи имеют 7,3 и более детей. А всеми льготами и пособиями могут пользоваться только семьи, где 5 и более детей. Многодетные родители надеются, что местные власти выступят законодательной инициативой, и несправедливость будет устранена. В сегодняшних социально-экономических условиях, да, то, что градообразующее предприятие практически простаивает, во многих коммерческих организациях идет оптимизация производства, массовое сокращение, сокращение заработной платы, отсутствие, кто работает на отдельной заработной плате, отсутствие заказов, да, спроса. И у многих семей как бы пошатнулось материальное положение. Нужны, как сказать, действенные методы поддержки. Тем временем проблемы предоставления бесплатного школьного питания для многодетных заинтересовались представители Общественного народного фронта. Обращение по этому вопросу они принимают на электронную почту info16@onf.ru. Эльвира Ермакова, Валентин Кулагин, эфир 24. Настройте и смотрите новый телеканал в кабельных сетях. Эфир 24 «Релакс».